Позицию, безупречную работу и в связи с празднованием Дня Учителя благодарственным письмом и денежным вознаграждением наградить строгую Надежду Ивановну, преподавателя учреждения образования Мстиславский государственный строительный колледж. Бондарева Леонида Алексеевича, мастера производственного обучения учреждения образования Мстиславский государственный строительный колледж. Давайте аплодисментами поприветствуем Лаврентьеву Надежду Григорьевну, Овсянникову Зинаиду, Дащенко Афанасия Карповича. Уважаемые ветераны, примите музыкальный подарок от подрастающего поколения. Ты фотографировал наших, когда? Спасибо вам, а для фотографии можно его сделать? Наши деды, что
да, бросишь то самое. Да, хорошо. Пусть салюты гремят, пусть оркестры трубят, пусть на солнце знамена горят. Пусть проходят года, с нами вы навсегда, пусть сияет победы звезда. Малышам и их родителям здоровья, добра и счастья. Пусть дети купаются в солнечном, как звезды мерцают вдали. В мире все одинаковые дети. Радостный мир нужен детям Земли. Поздравляю всех жителей города нашего. Всего доброго, хорошего, успехов, здоровья. С днем города. 34-я годовщина и освобождение Всеславля. Огромное спасибо, он может сказать. Всем большое спасибо. Больше ничего. Больше ничего. Это ваш диплом? Да. Добрый день, дорогие друзья. Я хотел бы поздравить вас с праздником. Спасибо за теплый прием. Всех жителей города Мстиславля. Не вижу. Это точно. Счастья вам и долгих лет, тепла в домах, любви побед. Желаю счастья вам, детей и внуков, веселых песен, мирных звуков. Желаю счастья вам и долгих лет, тепла в домах, любви побед. Желаю счастья вам. О счастье мечтали, каждый из нас к счастью шагал. Запрещается, когда любовь встречается. Каждый из нас о счастье мечтает, каждый из нас дедом желает. А кто-то уже дождался много, и это все любовь. Счастья вам и долгих лет, всегда в домах, в любви побед. Желаю счастья вам, детей и внуков, веселых песен, мирных звуков.
тебе сказать счастье мечтает, из года в год любовь вдохновляет. На доброту и созидание взаимная любовь. Желаю счастья вам и дома.